Всем привет, с вами Брейн, и мы продолжаем проходить Fear 2 проект Origin. Значит, чистые подгузники уже одеты, ладошки у нас уже не мокрые, мышка перестала потеть, и, конечно же, на дворе у нас второй час ночи. Самое время начать прохождение Fear 2. Ну что, давайте смотреть. Значит, смотрите, мы спустились оттуда, вот сверху, с балкончика того. Здесь у нас security, видите, охрана написана, значит, там находится какая-то девушка. Видите, вон дама милая, азиатской внешности. И она нас не пускает. Здесь пуленепробиваемые стекла. Попасть туда нельзя, на контакт она не идет. Поэтому я решил ее оставить пока. И посмотреть, что тут может быть дальше. Так. Вот можно вызвать лифт. Так, главное, чтоб... Твою мать, сука, так и знал, что кто-то будет бежать. Давайте посмотрим. Нормально. Значит, здесь у нас система укрытий есть, оригинальная в игре. Давайте пару гранат им замедленным кинем. Твою мать, быстро, 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 встань, встань, вот. Давайте, мы зашли в лифт, можно теперь ехать. Да, пусть они себе там сами воюют. Хотя можно было бы спасти, потому что там девушка милая, может... Твою мать, объект в лифте. Так, 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 как, что? Мы не упадем, я надеюсь. Твою мать. Хьюстон, у нас проблемы. Хьюстон, помоги, Хьюстон. Так. И что дальше? Кидаем гранату, давайте, пока она там отскакивает. Во, видите, как жахнул. По-моему, до сраки, что она там жахнула. Значит, в принципе, вот в реальной жизни можно было бы здесь пролезть. Это реально, да. Практически любому телосложению. Худой, толстый, маленький, короткий, ты бы высокий пролез бы здесь. Но, видимо, нам надо в данном случае по вентиляции. Что ж, давайте. Так. Что, твою мать? Да, Хьюстон, у нас реально проблемы. Нет, 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 тихо, тихо, тихо. Так. Так, этот пар, видимо, не опасный, потому что мы нормально проходим, без каких-либо проблем. Новая задача — найти работающий лифт, идущий на третий этаж. А что у нас, видите, найти лифт и попасть в лабораторию КТП, она тоже находится на третьем этаже. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ничего нет. Рукопашная. Подробная информация. Кнопка у нас не назначена рукопашной. Понятненько. А, давайте посмотрим, может там можно какую-то кнопку назначить. Я посмотрю, выключу на пару минут. Значит, смотрите, друзья, рукопашную я поставил себе на колесико мышки. Нажимаю на колесико, вот, видите, удары рукопашной. Можно на нахер, можно коробки побить или кому-то щину давать прикладом. А, также у меня на колесико поставлена смена оружия, тоже очень удобно. Я под себя делаю раскладку, так реально удобно. Сука, заметил. Заметил, блядь. Кидай гранату. Гранату кидай. Так, в темноте просто клаву не вижу, поэтому приходится от балды. Давайте попробуем рукопашную. В самом деле, подбежим. Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее. Так, можно, видели, мы наваляли в щи. Вот можно подойти к этому тоже навалять. Что-то это не очень симпатично сделано, не знаю. Так, здесь мы были. Помните, вот тут лифт наш упал. То есть мы здесь уже были. Я, честно говоря, подумал, что в рукопашной там будет какие-то движения там красивые, знаете, там что-то в стиле Брюса Ли, Чака Норриса, но пока что я этого не вижу. Так, что у нас здесь? Пистолет-пулемет, как обычно. Собираем патроны. Так. Там убитый ученый, видимо, туда уже не попасть. Да, здесь жесткая, конечно, бойня была. Такой чистый мальчишник, знаете, строили. Так, фонарь я выключаю, потому что реально враги сразу видят, так что-то капает. Смотрите, кровь капает там. Может, посмотреть можно? Понятно, там не самая лучшая, конечно, ситуация. Сюда нам нельзя. Жалко. Жалко, что нельзя. Так, здесь какая-то, видите, как бы палата. Здесь что-то проводили, какие-то эксперименты, видимо. Давайте смотреть.
Я вот не могу налюбоваться. Мне графика лично нравится, друзья. Не знаю, как вам. Но то, что вот все на максимум стоит, кроме сглаживания, там по двоечке стоит, вы видели. Для 2009 года это вполне достойно. Это очень даже неплохо. И физика на уровне, и графика нормальная. То есть приятно всегда играть в игры и видеть, что глаз твой радуется, да? То есть приятно смотреть и приятно играть. Это хорошее, это такое, знаете, даже не знаю, как сказать правильно. Хорошее сочетание двух, это как инь и янь, графика и геймплей. Если они друг друга дополняют, сочетаются, то это просто феноменально получается, и игра обречена на успех. Так, там что-то выстрел, какие-то вспышки. Найти ключ-карту, новая задача. Найти ключ-карту от морга еще лучше. Давайте искать. Так. А вот наша ключ-карта. Недолго мы ее искали. Здесь все, больше ничего нету. Твою мать, сука, что происходит? Так, мне точно сюда надо? Давайте посмотрим. Фонарик мигает, и значит где-то какая-то аномалия рядом, по-любому. По-любому, ёпта, аномалия. Так. Рентгеновские, видите, снимки. Ничего там такого. Твою мать. Опять это голая девица, я даже не знаю, на кого она похожа. Надо посмотреть с фейса. Сзади похоже практически на любую певицу на русской эстраде. Так, сзади. Давайте подойдем, его жахнем. Твою мать. Сейчас, братюня, получи в щи, ублюдок. Смотрите, мы наваляли тумаков. Так, у нас дробовик. Что-то я даже не понял, как он появился внезапно. Лови гранату, ёпта. Она разорвала его, похоже, к ебеням. Так. Дробовики я вообще не, вот нечестно скажу вам, я не фанат дроби. Вообще нигде в играх. Мне дробь не нравится. Не знаю почему. Если брать дробовик из тех, что мне нравится, мне нравится пневматический дробовик. Он покруче выглядит. Он убойней, он автоматический. Вот из-за автоматики я его и люблю. Ловите гранату, ублюдки. Я знаю, что они видят мой фонарь, и поэтому такой вот фейл получается. Они точно знают, когда я выгляну, к примеру, да? Даже я иногда не знаю, когда я выгляну, но они это точно знают. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Как пел Билан, помните? Да, спалился Олежа. Фейл такой эпический. Так. Дрободан это хорошо, но автомат еще лучше. Поэтому мы будем смотреть, проходить больше с дрободаном. Так, в темноте я не всегда попадаю на букву Г, потому что она довольно далеко находится. Помповое ружье. Понятно, что помпа. Но был бы пневматический, было бы лучше. Так, кажется, мы здесь уже были. Так, кто у нас здесь? Абонент находится не в сети. Сразу вспомнил прикол такой. Или абонент в данный момент недоступен. Что у нас? Новая запись. Диодные имплантанты по-прежнему подают ток слишком высокой частоты. Пациент немедленно теряет сознание. Нам не удается настроить усилитель таким образом, чтобы он увеличил чувствительность, не причиняя вреда клеткам мозга. По-моему, надо обратить внимание на вязкость проводящей жидкости. Кстати, как насчет дополнительных гормонов и пищевых добавок? Понятно. Значит, мы находим записки различных докторов, всевозможных интернов, которые здесь были. Так, мы не возвращаемся назад вообще, как-то по кругу бегаем. Ладно, давайте поглядим. Тут понять очень легко, если... Твою мать, нахер? Нахер. Так. Вроде бы все, вроде бы ушла. Какого хера ты появляешься тогда, когда я начинаю говорить о чем-то? Здесь столько крови, что просто жесть, не знаю. Сами трупы в шоке, наверное, от того, сколько здесь кровяки.
По-моему, на нее пули не действуют. Давайте лучше как-нибудь... Ай, твою мать, сык, она туда идти. Главное, что... Так, дверь открылась. Что это у нас, лифт? А, видите, шахта лифта, значит, надо попасть, попробовать попасть туда. Так. Во. Найти работающий лифт, идущий на третий этаж. Мы на третьем этаже. А, удерживайте, чтобы открыть. Давайте фонарь выключим на всякий пожарный. Но... А, удерживать надо его. Твою мать, я же удерживаю. Во. Давай, давай, братюнь. Представь, что ты-то ноги кому-то раздвигаешь. Так проще было бы с лифтом работать. Так. Что у нас здесь? Братюни. Так, видите, здесь следы. То есть здесь что-то произошло, здесь кого-то убили, и следы ведут в ту комнату. Там какой-то фейл, там что-то непонятное. Меня там уже начинают мурашки по коже идти. От одного вида этого. Так, что у нас, дрободан? Давайте походим немножко с дрободаном. Хотя нет, лучше все-таки с автоматом. Так. Принимая нового пациента, убедитесь в заполнении всех форм и наличии самого последнего отчета об оценке ФТП. Физическое, психологическое и телестезическое состояние. Отсканируйте комплект и направьте копии следующим лицам. Первое. Хирургу, закрепленному за пациентом. Второму опекуну пациента и третьему центру управления документами. Храните оригиналы в архивной папке с соответствующей пометкой. Понятно. Но это вряд ли как-то поможет нам больше окунуться в игру. Так, умерла она, видимо, в стиле Майкла Джексона. Луны походочкой. Так, здесь тоже не пройти, видите, закрыто. С какой-то офис. Так, куда мы возвращаемся? Твою мать. Так, валим. Валим оттуда. Смотрите, сколько там уродов. Давайте кинем гранату. Вроде бы тихо. Вроде бы тихо. Слава богу, пока что. Видите, он крест. Видимо, там мы были уже. Может, я уже не помню. Были, не были, потому что уже запутался от страха. Так, что у нас здесь? Братюни даже глаза выкололи, походу. Что у нас тут? Можно закрыться от греха подальше. Смотрите, тут вас точно никто не найдет. Можно личину отложить. Давайте смотреть. Так. Продвигаемся. Сохранение, не выключайте компьютер. Ай. Резко он появился. Видите, они тоже пользуются вот этими ограждениями, укрытиями, ведут огонь из укрытия. Это очень правильно. Это не просто тупое мясо, которое бежит на вас. Их цель просто бежать на вас, чтобы вы их всех поубивали, и все. Здесь враги как-то думают с мозгами, то есть пытаются сделать какие-то умные шаги и действия, которые не переведут их в жопу полнейшую. Так, там их много, смотрите, братюни. Давайте кинем гранату. А у меня нет гранаток, жалко. Жалко, я бы мог пару гранат кинуть. Было бы очень круто. А нет, ну твою мать, сука, бегом. Бегом, 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 блядь. Там граната, во. Вообще-то странно, вот как бы взрыв солидный был, да? И вроде как и не подействовал на... Так, а что мужчина валять? На нах. Все, мы наваляли ему, видите, тумаков. Вообще удивительно, что пару ударов прикладом и убивают. Это вообще как-то глупо выглядит. Этот вообще взлетел, видимо. Понял, что он свободен, как пел Кипелов. Помните, я свободен, словно птица в небесах. Вот он тоже так взлетел. Так, вон автомат. Все, собираем. Все пригодится, патроны не бывают казенными, так что все собирайте, все подбирайте. Вот гранаты. Так, тут мы были. Боеприпасы у нас уже на максимуме просто.
Понятненько. Ну, понятно, что надо сюда, потому что другого варианта никуда нет уйти. Кто-нибудь слышит? Карточку мы забрали, помните, еще там, чтобы дверь в морге открыть? Пойду гляну. Так, вроде пока тихо. Но это тишина, конечно, здесь закрыто. Здесь что? Здесь ничего. Давайте поглядим, у нас аптечек, видите, много здесь. Можно посмотреть. Так. Это даже не аптечки, это похоже на транквилизатор. То есть мы колем себе, и какая-то доза здоровья повышается. Это хорошо, в принципе. Так. Значит, там была вентиляция. Давайте залезем. Я, конечно, не очень не любитель вентиляции, но посмотреть стоит. Здесь же может быть что-то интересное, по-любому. Так. Не-не-не, фонарик надо включить. Я без фонарика здесь не буду действовать. Информация. Значит, доктор философии Чарльз Хабергер. Хабигер, вот. Начиная с прошлого октября, частые кошмарные сны у субъекта переросли в периодические галлюцинации и изнуряющие эмпатические приступы. Она очень чутко воспринимает эмоциональные изменения в окружающих и едва не теряет сознание от страха, когда кто-то рядом с ней проявляет гнев, в особенности ее отец. Это, видимо, сказано об Альме, потому что, видите, такие документы редкие, то есть вряд ли кто сюда бы пошел ради просто каких-то бумажек, да? Мы это сделали, ёпта. Герой. Зато мы узнали, что, видите... Твою мать, сука, сука. Вот, вроде бы ушла. Ушла вроде бы. И правильно, вали нахер отсюда. Потому что мое здоровье может пошатнуться от твоих вот этих внезапных появлений. Не здоровье, а психика именно в целости. Так. Так, что у нас здесь? Давайте смотреть. Ну что, друзья, давайте, наверное, сделаем перерыв. Продолжим исследовать этот комплекс уже в следующей части. Меня зовут Олег. Вы смотрите слепое прохождение игры Fear 2 Project Origin. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. И, конечно же, заходите в группу. Там больше видео, конкурсов и всевозможных интересных приколов. Пока-пока.